Поддержать Олимпиаду можно не только спортивными достижениями, но и творческими победами. В детско-юношеском центре «Созвездие» прошел конкурс изобразительного искусства «Мир глазами детей», посвященный главному спортивному событию страны. Около 60 работ лобнинских школьников из 8 учебных заведений города было представлено на выставке, которая длилась больше недели. Участникам на выбор предложили несколько номинаций. «Мама, папа, я, спортивная семья», «Салют Олимпиаде», «Олимпийский натюрморт», «Города легенды прошлых лет», ну и, конечно, главный лозунг Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее». Каждый мог выбрать для себя то, что ему ближе, понятнее, интереснее. Главное, чтобы рисунок четко соответствовал требованиям номинации. Во-первых, конечно, на первом месте это фантазия и творчество ребенка. Но номинация она сама определяет. То есть выбор средств изображения любой. Но номинация определяет, если это натюрморт, то это натюрморт. Понимаете? Если это города, легенды прошлых лет, то есть номинация сама задает, да, суть будущего рисуночка, то есть это уже город рисуется. Да? Плакат, например, если вот мы номинация «Салют Олимпиаде», оговорено плакат, значит, это уже как бы вот мы должны придерживаться именно такого изображения в виде плаката. То есть фантазии есть огромный, так сказать, простор для творчества, но именно в рамках данной номинации. Возраст участников выставки от 6 до 14 лет. Соответственно, и рисунки получались разного уровня. Но это не важно, утверждают организаторы. Главное, что юные художники выразили свое представление и отношение к долгожданному историческому событию и поддержали нашу олимпийскую сборную. Ну а выбрать победителей опытному и компетентному жюри сложностей не составило. Естественно, что 6-летнего и 14-летнего мы никак не можем обвинить в одно. Но вот именно доля творчества, его, ну, видно, вот ребенка, вот насколько вложена душа в рисунок. Ну и, конечно, уже те дети, которые постарше, это уже техника, конечно, да, какой материал используется, как, насколько грамотно используется этот материал. То есть техника, конечно, тоже определенную, ну, очень важную даже, можно сказать, роль играет, и мы тоже будем оценивать, но в большей степени для детей постарше, чем для детей помладше, потому что младший ребенок, это вот его творчество, мне вот кажется, вот, вот с этой точки зрения нужно подходить. Наталья Лопатина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».